Уважаемые спортсмены, спасибо огромное прежде всего за эту мощную поддержку в вашем лице. На самом деле для нас это очень важно, потому что это на самом деле очень важно. Сегодня легкая атлетика оказалась в самой сложной ситуации. Сегодня нас отстранили без доказательств, нагло, грубо, и не дали никакого шанса себя оправдать и побороться за право именно участвовать на Олимпийских играх. Еще люди, которые не поедут на Олимпиаду, потому что мы платим за ошибки менее ответственных спортсменов, спортсмены, которые нарушали правила. И сегодня мы коллективно за это отвечаем. Реально, мы сегодня столкнулись с таким беззаконием, с такой несправедливостью, с, как сказать, самовольством со стороны определенного количества людей в мировом спорте, которые возомнили делать, что хотят, придумают новые правила за месяц до ответственного решения. И мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, как они будут относиться к нам на Олимпиаде. Но я хочу сказать вам, ребят, принять не можем. Мы вас очень верим, мы вас очень любим. Спасибо за поддержку. Мы должны наказать всех, кто к этому причастен.